На этой неделе Агентство регионального развития приглашает предпринимателей Котласа, Котласского района и Коряжмы, самозанятых и тех, кто только планирует открыть свое дело, поучаствовать в проекте «Бизнес-десант». Проект поддержан губернатором области Александром Цибульским. Бизнес-десант в Котласе намечен на 10 часов 22 июня. Его проведет команда экспертов Агентства регионального развития, Центра услуг «Мой бизнес», Центра поддержки экспорта, Министерства экономического развития, промышленности и науки Архангельской области. Мы расскажем про льготные займы для развития бизнеса, про бесплатные образовательные программы, расскажем про то, как можно бесплатно публиковаться в средствах массовой информации в Архангельской области, как можно продвигаться в социальных сетях за счет государства и очень многое другое. Самое главное, что можно будет после презентации медподдержки подойти и индивидуально проконсультироваться со специалистами, получить ответы на свои вопросы и помощь здесь и сейчас. Встреча состоится в филиале «Мой бизнес» на улице Ленина, 65. Участие бесплатное, регистрация обязательно. Адрес сайта, а также электронная почта и телефон для справок сейчас на экране.